Вот вроде бы порвался шланг. А какая красота получилась. И воробьи купаться прилетают. И дождик. Вот отсюда радугу не видно. А вон, не знаю, видно, не видно. Там внизу, прямо на земле, радуга. Вот как здорово. Такими красивыми бывают вроде такие простые вещи. Как много мы не замечаем вокруг. Все куда-то бежим, торопимся. А ну вот рядом. Вот наконец-то дерево мое расцвело. Вот такие пушистики. Я снимаю, смотри, как гранат цветет. Просто весь. Он еще у меня так не цвел никогда. А давай меня снимаешь. Я уже тебя снимаю. Мокрая после моря. Это потому что я помылась. А смотри, какие у меня тыквочки. Где? Кира, вот это будут тыквочки. Декоративные. Я потом покажу, когда вырастут, вон какие разрослись. А когда они вырастут? Ну, к осени. Ну, как к осени, в августе, наверное. Вот куст этот расцвел, наконец. В ожидании обеда.